Всем советую, ребята, дело святое, и дело за нами. Я считаю, что Россия начнется здесь. В России это начать тяжело, просто тяжело. Почему? Потому что пятая колонна никуда не денется. Она перекрасится, она будет кем угодно, она будет вежливой и ласковой. Лишь бы только ее никуда не задевали. Я считаю, что если здесь зародится Новороссия, вот отсюда все и пойдет. Поэтому всем людям, которые еще не утратили дух святой веры, дух своих дедов, я приглашаю сюда. Выдадим оружие, выдадим задачу, поставим задачу, присоединяйтесь к нам, и я думаю, что вы не пожалеете. Да, здесь стреляют, да, здесь реальная опасность. Сегодня погибли наши товарищи. Но это не должно никого пугать. Люди, если бы я своему сыну, Федору, купил бы квартиру трехкомнатную, да, и думал бы только об этом, вряд ли бы он много гордился. А сейчас я уверен, что за отца есть чем гордиться. И это же желаю другим отцам, у кого есть дети. Сделайте так, чтобы вами гордились.